Центр по пересадке стволовых клеток планируют создать в Хабаровске до конца года. Онкологически больные смогут проходить необходимые процедуры, не выезжая за пределы края. Сейчас пациентов приходится отправлять в Москву и Санкт-Петербург. Персонал первой краевой больницы уже проходит обучение. Репортаж Станислава Михайлова. Внешняя операция по пересадке костного мозга не отличается от процедуры переливания крови. Сначала из крови пациента отсеиваются собственные стволовые клетки и отправляются на хранение. Фактически в отдельном пакете в жидком виде и хранится костный мозг человека. В это время у врачей появляется возможность применить сильную химиотерапию или облучение без опасения осложнений. Очищает костный мозг под ноль, можно сказать. И потом для того, чтобы он побыстрее восстановился, чтобы было поменьше осложнений было, ему возвращают его костный мозг. И он побыстрее восстанавливается, выходит из состояния этого иммунодефицита. Процедура трансплантации стволовых клеток в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга уже стала обычной процедурой. Хабаровские гематологи уже 15 лет добиваются, чтобы центр трансплантации появился и в нашем крае. Ежегодно в отделении гематологии первой краевой больницы лечение проходит более 1000 пациентов. Тех, кому операция необходима по жизненным показаниям, приходится отправлять в западные регионы. Чтобы у них не было прогрессии, чтобы у них была длительная ремиссия, эффект закрепляется обязательно трансплантации стволовых клеток. Ну, конечно, мы оговариваем, что если трансплантация, это переносимо. Таких больных немного. Это пожилые больные, которым мы не можем назначить эту манипуляцию. Это больные, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию. Специалисты ведущих гематологических центров страны уже проводят обучение врачей первой краевой больницы Хабаровска. Пока идут уроки теории. Сама операция по пересадке стволовых клеток не отличается большой сложностью, но есть свои нюансы. У нас даже получена такая договоренность, что если мы начнем это лечение, эту терапию, то к нам приедут специалисты, и на первых порах мы совместно будем делать эти процедуры. Для того, чтобы центр по пересадке стволовых клеток в Хабаровске заработал, необходимо докупить недостающее оборудование и создать банк хранения клеток. Сейчас решается вопрос о строительстве. По словам врачей, центр должен появиться до конца этого года. Станислав Михайлов, телеканал «Губерния».